Итак, друзья, вот что я хочу сказать. Как бы ни было красиво, волшебно, последнее наше желание сохранить как есть вот такую вот природу, да, красивую, зеленую, но нет, придется все-таки вот это вот оторвать и уничтожить. Спрятать. Как сказал котенок по имени Гав, куда ты дел свою котлету? Спрятал. Поэтому на выходных нам предстоит убирать это все волшебство уже с терраски. Наступают холода. Вот-вот-вот-вот уже скоро будет минус. Поэтому... Ой, не могу проститься с ней. Придется спрятать вот эту всю красоту вот сюда вот как-то положить. Урожай, ай, природный урожай, красиво, жалко, но придется всю ее ободрать. Оп, оп, она все равно уже, скажем так, больше не сможет созреть, позреть, потому что все-таки уже ночью обещают заморозки. Зато корзина фантастическая. Вот так вот взяла, ободрала всю клубнику. Ай-яй-яй. А что делать? О, какая изюминка на торте. Можно сделать классную шарлотку из этого всего. Тут у меня фонарь открыт. Я вот так вот заряжаю эту лампу, а потом на ночь ее ставлю уже внутрь, да? И она у меня начинает классно светиться. Вы должны это увидеть. Ребята плывут в полосатых купальниках. Супер, супер, супер. Вот. Мяукают там в лодке. Вот, короче говоря, вот показала вам. А сейчас я его заряжаю, чтобы он получше зарядился и подольше посветился на ночь. Красавчик. Все. Пока, клубничка, пока. Сейчас я тебя спрячу.